мало кто знает, но на Бали есть вот в таком вот непримечательном месте довольно-таки крупный и очень даже неплохой центр медитации. Это не свойственно для тематики нашего канала, но для многих людей вопросы духовности, изучение себя, медитации – это довольно-таки важные вопросы в жизни. И раз уж мы живем на Бали и видим все его чудеса, то я покажу вам просто этот центр медитации. Так вот непримечательно все это. Здесь маракуйя растет. Против света не видно. Плоды висят прямо над головой. И та-дам! Смотрите, какой он огромный, этот зал. Этот зал может вместить, мне кажется, человек 200-300, может быть, если плотно сесть. Здесь двухуровневая крыша. Такая металлическая конструкция удивительная наверху. Вентиляторы для охлаждения, чтобы не очень жарко было. Такая, что это такое, типа трибуна или как это сказать правильно? Очевидно, что данный зал был сделан поклонниками Сатья Сай Бабы. Здесь его резное из камня огромное изображение, высотой 4 метра, наверное. И Ширди Баба. Это очевидно, как бы это правильно выразиться, ну, троны, что ли, на которых должны восседать наши учителя. Вот. Не подумайте, что я кого-то за что-то агитирую, я просто в прошлом тоже увлекался всякими разными гуру, ездил в Индию и так далее, и был на даршане у Сатьи Сай Бабы, и он даже взял у меня письма лично из моих рук. Для людей, которые знают, о чем идет речь, для них это круто. Но для всех остальных это как бы ничего не значит, и я это прекрасно понимаю, поэтому я вам просто показываю зал, так как мы на Бали, и рассказываем о том, что здесь есть на Бали. Вот, смотрите, в непримечательном месте, где-то на какой-то улице, около Убуда, вот такой вот здоровенный зал. Здесь Wi-Fi есть. На стене написано: «Любить всех, служить всем». Вот, это удивительно, потрясающе и очень круто. А в Москве это невообразимо и невозможно. А здесь вот, пожалуйста. Если нужно помедитировать, провести свои занятия по медитации, то я думаю, что это вполне возможно здесь. Ссылка будет в описании. Вот сейчас Таня здесь сюда приезжала на медитацию, и я забрал Марса из детского садика, мы приехали забрать Таню, я это увидел и офигел, честно вам скажу. Насколько здесь прикольно. Вы посмотрите, какое качество изготовления вот этих вот изображений. Они состоят из кусочков, то есть вот это вот панно каменное, оно состоит из кусков, но заделка швов настолько четкая, что их практически не видно. Все это сделано вручную, и это все сделано, я думаю, что либо это сделали где-то в мастерской, и потом сюда привезли, составили все это, либо это может быть прямо здесь вырезано. Но посмотрите, какое качество обработки камня. Я, честно говоря, боюсь себе представить даже, сколько это может стоить. Такая работа и вообще вот это все. Они огромные эти панно. И вообще этот зал. Мне кажется, здесь просто сумасшедшие деньги какие-то вложены.
И это вот так вот доступно, что можно просто зайти. Я не знаю, нужно ли здесь платить за проведение своих медитаций, или можно просто договориться о чем-то. Не в курсе, не могу сказать. Ну, в общем, короче, я офигел. Мне очень понравилось, и я с вами поделился. Все, до свидания.